Послание от Чумного Доктора всегда наполнено желанием вершить справедливость в одиночку. Но что случится, если простые правления попадут в руки целой команде, которая в любой момент может расколоться? Команде, которая хрупка так же, как и людские порывы. Команде, которая известна на весь мир и этот же мир разрушил. Есть не один человек, который был достаточно хитер и коварен, чтобы проложить себе дорогу. Однако и она перешла на сторону добра. Могу ли я ее понять? Вполне. Ведь я... Татьяна Шитова. Озвучиваю Наташу Романов. Сегодня в России состоялась долгожданная премьера «Черной вдовы». А подробности и пикантности мы обсудили на подкасте «Bubble Comics». Увидимся через минутку. Точнее, в эту субботу.